Дима. Из пластиковых бутылок. Готово. А виноват? Не надо повторять за маму. Чё, братан, не знаешь правила, что ли? Чё ты делал? Эх, ёб твою мать! Дима, а что такое произошло? Привет. На лебедях. Кто там был? Мам. Да, да. Подожди, Кать, все. Лесь. Ой. Вот так. Ну да. Это кто? Куда? Это вот сюда люди. Офигеть, три машины. Да. А кто виноват? Радио самый джем, и плюс 30 в тени. Где-нибудь в Ямайке сейчас и представить не могут, что тут где-то в это время будут сугробы и метели.
блять, соната, все. Че? Нормально. А че? Да соната вон сзади еще была. Он виноват. А? Поэтому высоко туда, вернулась. Да, она красная. Она еще была. Ёбочки, ничего себе. Так, мы отсюда пешком идем, да, я так понимаю? А нет, ты сейчас... Пожалуйста, хон. Нет. Того же лобби о том, что осуществляется перемещение в Россию того же нового товара, по которому могут быть какие-то вопросы, ну, например, по защите интеллектуальной собственности на территории РФ. Также благодаря информации от китайских таможенников, их китайские коллеги смогут доначислить пошлину, если... Ух, ёб твою медь, блядь. Да еще вот эти.
садились.